Доброго времени суток, дорогие друзья! Представляю вашему вниманию индивидуальные дозиметры ID02 либо DK02. DK02 является предшественником, более современной моделью является модель ID02. Данный комплект дозиметров состоит непосредственно из самих дозиметров ID02 10 штук, либо DK02 10 штук и зарядное устройство к данным дозиметрам. Зарядное устройство абсолютно одинаково в комплектах ID02 и DK02. И зарядное устройство называется ZD6. Вот такое вот зарядное устройство. ID02 это индивидуальные дозиметры, измерители дозы гамма- и нейтронного излучения, внесенные в государственный реестр. Данные приборы позволяют измерять накопленную либо поглощенную дозу. В ID02 используется в качестве детектора ионизационная камера конденсаторного типа. Принцип действия прибора основан на изменении потенциала напряжения в ионизационной камере под воздействием ионизирующего излучения, что позволяет применять прибор для индивидуального дозиметрического контроля персонала, работающего как с источниками непрерывного действия, так и с импульсными источниками. Считывание значения накопленной дозы производится на шкале дозиметра через окуляр, встроенного в дозиметр микроскопа. То есть мы располагаем со стороны окуляра глаз, с противоположной стороны располагаем источник света, либо естественный, либо искусственный, и таким образом можем посмотреть и считать дозу накопленную. Аналогично и в дозиметрах DK02. Со стороны микроскопа мы располагаем глаз, отсюда мы светим каким-то источником света и можем на просвет посмотреть дозу накопленную и считать. Дозиметры ID и DK02 зарекомендовали себя как простые, достаточно тривиальные приборы, но тем не менее надежные для измерения накопленной дозы. Конструктивно дозиметр DK02 либо ID02 выполнен в виде вот такого вот металлического карандашика. И, как я уже говорил, полученная доза определяется просмотром специального окошка дозиметра на просвет. Шкала данного прибора имеет 20 делений, цена деления 10 миллирад. Для обеспечения линейности шкалы зарядный потенциал ионизационной камеры выбран в пределах 180-250 вольт. Заряд дозиметра происходит через его контактную группу с помощью вот такого зарядного устройства, прошу прощения. То есть сюда вставляется дозиметр вот таким вот образом и производится заряд данного дозиметра. После заряда контактная группа предохраняет дозиметр от разряда. Зарядное устройство ZD6 содержит 4 параллельно соединенных пьезоэлемента и механический усилитель. Вот он, давящий на пьезоэлементы. Давление создается вот в этой вращающей ручкой. Для зарядки дозиметр вставляется контактной группой в зарядное устройство. При надавливании на дозиметр на центральный электрод ионизационной камеры подается плюс, на внешний электрод минус. При этом дозиметр устанавливается по его шкале на 0, то есть обнуляется. Вот такие вот элементарные дозиметры. Ну и в конце некоторые технические характеристики данных дозиметров. Тип детектора, как я упоминал, это ионизационная камера. Диапазон измерений гамма-излучения от 50 килоэлектрон до 2,2 мегаэлектрон-вольт. Диапазон измерения поглощенной дозы гамма-излучения от 0 до 200 миллирентген. Вот это значение 200 миллирентген находится в названии прибора DK02, либо же ID02. Диапазон рабочих температур от минус 20 до плюс 40 градусов, погрешность не более 10%. Максимальное число циклов зарядки и разрядки не менее 10 тысяч. Так нам гарантирует производитель. Масса дозиметра порядка 35 грамм. Габариты 19 миллиметров в диаметре и 110-115 мм в зависимости от того, какой прибор, в длине. Вот мы видим, дозиметр DK02 несколько длиннее, но по диаметру меньше, чем ID02. Энергетическая зависимость чувствительности в диапазоне энергии излучения от 50 кФ до 2,2 мегаэлектрон-вольта порядка 25%.
Саморазряд дозиметра в нормальных условиях за 4 часа не превышает 1 деления. Надеюсь, кому-то была эта информация интересна, кому необходимы данные приборы, обращайтесь. Благодарю всех за внимание, всех вам благ.